pompously, with an elegant noise. The main contender for the Eurovision Song Contest from Russia celebrated its ass. The main news of Russia is the anniversary, 50 years to the legendary singer Prophet Gorok Salem's voice on Boy. Pompously, with an elegant noise, the main contender for the Eurovision Song Contest from Russia celebrated its half century. Сейчас многие американские каналы BBC передают, говорят, где же делся наш певец-пророк Самбой. Я сижу возле своей жены, мои друзья, многочисленные поклонники со всей планеты. Жену возле жены сижу. Передала BBC, передала «Голос Америки», передали все, где пророк Самбой, главный рок-певец планеты. Сижу возле больной жены. Вот так вот убираю, стираю, писано. Ну, это, у сыновей нахожусь, в Валентининах. Ну, что у меня пенсия, 8 тысяч, я не могу потянуть. Да, такие пакеты вот, чтобы жене купить вот такие вот вещи. Переделки, подстилать. Больница не принимает. И больница опасна в российской. Ну, простые вот, просто под нее. Стираю все. Решается судьба моя, главная, певца пророк Самбоя. Решается моя судьба. Стираю юбки Валентинины. Стираю вот пододеяльники, все. Сам лично. Сыновья не могут, но что, взрослые не приучили. Well, why did Russia make concessions to the long-suffering people of Israel and sent to it to the contest a prophet whom this wonderful people had been waiting for so long? The prophet is not from the fact that he predicts something, but from the fact those 43 years on the stage has been promoting rock music. He goes with the song Natasha Turkish Sex Well. Music. Это я. Решается моя судьба. Буду я петь или нет, без Валентина никак. Поэтому помогите, пожалуйста, мне. Реквизиты сейчас будут даны. Настоящие мои друзья, добрые люди. Помогите мне надеть деньгами. 8 тысяч это меньше 100 долларов в месяц я получаю. Моя задача – Валентину спасти, жену свою. Самую любимую мою, Вареньку. Я от нее никогда не откажусь, это мои слезы, моя любовь. Сыновья, конечно, заняты, все заняты, только я сижу. Я сижу вот так, здесь рядом, сплю почти на полу. Рядом возле нее убираю, через 2 часа хожу, в туалет вожу. Я берегу свою жену. Поэтому помогите, мои друзья. На Киви кошелек 8-900-221-11-92 или Сбербанк 408-178-104-900-592-320-222-05. Прошу. Пожалуйста, прошу. Валентина для меня дороже всех. Все песни, что вы слушаете в интернете, это ради нее, благодаря ее сделано. Валентина меня вывела на новый совсем уровень песен. Поэтому прошу помочь. Вот дороги мои песни, чтобы я дальше продолжал петь, сочинять, делать клипы для вас. Но пока я не могу. Вот эти новости европейские, американские показали Яндекс, где пророк Самбой делся. Просто убираю за женой и никуда не могу деться. Должен стирать, убирать, ходить, лекарства покупать, денег совершенно нет. Вот сегодня ездил, купил еды, купил какие-то лекарства своей жене. Поэтому прошу, мои друзья, быстро откликнитесь. Реквизиты есть, помогите мне.
Тогда я продолжу песню. Сейчас пока до песен никаких нет дел. Валентина рядом со мной. А что я могу делать? Это моя обязанность. 20 лет она со мной прожила с 2000 года. Заменила мать, отца, бабушку. И я ее не брошу. Поэтому извините. Песни будете ждать, но пока не до песен. Помогите. Реквизиты я показал, куда денежки перечислить. Помогите, пожалуйста, певцу. Валентина, пророк Самбой с вами. Ну, к сожалению, больница в России страшная. После инсульта. Ходит, вот тут ходил я на пионерную борьбу людей. Ходит, бегает за мной малыши, дети, всякие подростки. Студенты гурьбой бегают, просто нельзя в магазин выйти. Пророк Самбой. Крик, свист. Ходил сегодня дела поделать, ничего не успел сделать. Просто от них уезжал, но купил какие-то памперсы. Поэтому прошу, помогите. Варюшка у сыновей, и я с ней никуда не брошу. Помогите, мои друзья, если вы мои настоящие друзья. Вы знаете, я многих убираю, проверяю на дружбу. Не те, но не те. А Валентину я не брошу. Пока песни я писать новых не буду. И клипы снимать не могу. Душа разрывается рядом с женой. И буду с женой. Вот так, пока не выздоровеет. Помогите, пожалуйста. Жанна Фриске, которые собрали 500 миллионов. Я понимаю, пророк Самбой поет рок. Только истинные мои друзья понимают, что я пою рок. Певцу, пророку, самую, друзья мои.